легкого открытия сезона. Вот. И мы, чтобы не задерживать никого, приступим к награждению. Очень хотелось бы отметить сейчас и выделить нашего друга, члена нашей федерации, который посприяв для того, чтобы сделать вам еще приятнее, и дополнительные призы, подарки, это от Олега Брунковского. Олежа, приветствую. Легко. Олег, а что ж ты там нажил? Я тебе диплом от нас, я на своей команде. Так, начнем с класса традиция. И, кстати, у нас еще надо просто отметить, в этот раз и у нас формат медалей от города Ирпеня, от Минской Рады, и наши классические медали вот такого формата. Также у нас еще партнер Перун, издательство Перун. Вот он там тоже небольшие сувенирчики нам выделил. Вот. И за первое место у нас будет сертификат от нашего любимого лучшего мастера Сережи Толочка. Итак, начнем. Смотрите. Класс традиция. Третье место награждается Олена Митяр. Спасибо. Первая моя, кстати, честно скажу. Столько лет, столько зим. Ребята, спасибо, очень приятно. Ребята, второе место, Гулько Марина. Она молодец, она хорошо стреляла. Маринка, молодец! Я же и стрелял, мне это первым пулем. Я ее знаю. Так, девчонок, ну постойте, потом дальше. Как бы у нас первое место в этом классе. Стрелок очень опытный, все знают. Евгения Антонова. Самая трезвая. Еще раз, девчонки, девчонки, еще раз вверх кубки. Ну что ж, да, вверх подвиньте. Вверх. Есть. Надо быть. Спасибо. Да,
Второе место Влада Блохина. Ребята, сегодня вечером постараемся этот файлик уже сформированной таблицы в Google будет в группе Филда на Фейсбуке. Поэтому все посмотрите. Первое место Горошко Ксения. Без тебя никак. Сюха. Светаль, покажи медальку там. На волосах. Сзади. Виталь, мне тоже поправь, пожалуйста. Далеко не убегайте, сделаем общую фотку в конце. Итак, переходим к класс Хантер. Женщин, третье место. Чирчик Оксана. Второе место. Не все. На этот раз не все. Пусть Светаль одевается. Слушайте, да. Одевайте как-то боком. Все фотографии Ваде на боком. Я же боком, что спиной мне не одеваю. Очень вам одинаково. Так, девочки, отошли мужчины. Да? Напряглись все. Давай с традицией, да? Уже так, чтобы отработать. Давай другой кучей. Оттянуть. Ладно, начнем. Слушай, они сертификаты забыли дать. Да, моя. Да, за первое место не разбирайте. Итак, у нас участвует Долгий Лук, человеки. Владимир Кучер. Никому не мешать. Вот так, Вали. Вот так. Вроде да. Бери медаль нам не жалко. Спасибо. Очень спасибо. Ну, пожалуйста, спасибо. Давай! Еще! Спасибо. Спасибо.
Второе место в этом классе Никита Бабаженко. Медали отмывают. Как на фронте. Первое место. Участник долгий мук Александр Черненко. Да, языком клава прошло, говорит, до свидания. Следующий у нас класс Хантер. Хантер, Александр, третье место. Алексей Алексеевич. Я старался. Были хорошие противники. Спасибо. Второе место, Власенко Евгений. Я думаю, что я его не смогу, да, закрыть полностью. Это частично. Мы по очереди будем закрывать друг друга. Друзья, первое место. Я его тоже знаю, я вчера с ним на машине. Харьков бомбит. Дебри в синий начал стрелять. Не разу. Синий начал стрелять. Надо ужесточать алкоправила. Надо комплект. Так, и первое место. Становимся. Леха, ну ты по-русски подпиши. Прошлый год для финала. Антон выбил Женю, а Антона выбил Лёша. Сейчас он обоих наказал. Так, теперь наш самый интересный класс, традиция, где больше всего участников было. Третье место. Награждаем. Награждаем. Не маленькая. XXL. Игрушечку. Это точно маленькая. Я почитаю. Я в Тимохе. Криминальная, надеюсь. Криминальная, именно.
как же теперь быть? Подожди, надо теперь я... Слава жюри, давайте сходи, помоги мне, да? А мне можно? Второе место в классе традиция. Виталий Нитяга. Алена, только не закрывай его. А поздравишь Гугу. Вот так. Гуш, ты можешь лучше. Убегай. Спасибо. Лайк дал? Тебе надо на стуле? Мы третий бомбардир сегодня харьковский. Первое место Виктор Соколов. Не закрывай их. Соболя не закрывай. Да, какая в Не могу говорить. Да красиво, Дима, вот это мне правда пальцем надо. Давайте все, пожалуйста, общую фотку под флагами, если можно. Сертификат давай раздай. Первое место сертификаты девочкам. Да я зажал. Так, девочки, где, кто? Первое. Чашечки традиции. Ну ты сам без... Колька, ты... Они проще. Серьезно,